Всем доброе-доброе утро. Сегодня 13 сентября 2021 года. И у нас в Крыму, в Симферополе, настоящая летняя погода. Очень тепло, очень жарко. Утро, и мы с нашими собачками уже позавтракали. И передаем вам доброе утро. Хотим пожелать вам прекрасной недели. Сейчас понедельник. Хорошего настроения, улыбок, тепла, любви, и пусть исполняются все ваши самые добрые желания. А собачки мои покушают овощи. У нас сегодня морковочка и огурчик. Очень ждем, когда начнется тыква. У нас здесь одна выросла тыквочка. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая. Вот такая вот. Садили много, но выросла пока одна. Может быть, еще надо посмотреть. Очень вкусная. И посмотрим, что из нее выйдет все-таки. Мы не огородники вовсе. Ничего толком не садим. Ну так, ради интереса. Обычно мы все покупаем. У нас хорошие, конечно, в Крыму овощи и фрукты продаются. Поэтому мы не заморачиваемся с выращиванием особо. Вот. А мы передаем вам всем еще раз доброе утро. Пожелаем вам хорошего настроения. И все наши собачки постепенно попередают вам приветики. Это Артюша, это наш Майбах хвостиком, а не мордашкой, да? Так, это наши красивые собаки. Фантазия длинношерстная, Лавушка, Елисей. Берите овощи и кушайте. Так, ну давайте посмотрим, где наши малыши. Вот тут видите, моя тень. Это Анфисочка кушает огурчик вкусный. Так, где тут наши чудики? Шекспир покушал, ждет уже свою миску. Мальчик, молодец. Амиго ходит. Амиго. Вот он, Амиго. Передавай мамуле привет. Амиго. Такой уже взрослый мальчишка. Сегодня 13 сентября 2021 года. И сегодня нашему помету Радужки и Мажора 4 месяца. И передаем всем нашим выпускникам привет. Желаем долгой жизни, счастливой. Пусть собачки радуют вас. Они все уже разъехались в Питер. Две девчонки, сестренки уехали. Да, да, в Москву. Так, кто у нас еще? Магнитогорск, да. И кто у нас еще? И Жанетта Пензу. Да, по-моему, правильно назвала. Всем большой привет. Так, космос. Амиго гуляет, взрослый мальчик. Так, пойдемте. А где наш Филечка? Мальчишки страдают ужасно просто под окнами. Потому что что такое течки, это только поймет тот, кто держит кобеля и девочку в одном доме. Это очень сложно, поэтому никогда не рекомендую, если вы не занимаетесь племенной деятельностью. Лучше держать однополых собак, и, ну, либо кого-то из них стерилизованных, потому что иначе это мучение. И я вам скажу, что очень трудно углядеть. Понятное... Так, Эня, понятное дело, что на каждую течку, допустим, на первую течку и на каждую течку вязать нельзя. К тому же, если они родственники, то их вообще никогда нельзя вязать. Ну, к примеру, да, близкие, там, папа, мама. Поэтому закрыть в другой комнате тоже особо не вариант, потому что собака может выскочить. И я вам хочу сказать, что вязкое это дело тоже такое не особо простое, да, у этой мелкой породы. Но когда не надо, все происходит моментально, мгновенно. Вот, потом бывает, размеры не совпадают, да, для разведения или для родов. Поэтому, если вы все-таки собрались, что очень хорошо держать пару собачек мелкой породы, то тогда обязательно не забывайте о том, что разнополых держать собак очень тяжело и очень опасно. Поэтому берите либо двух девочек, берите двух мальчиков. Не переживайте, ничего страшного. Многие думают, что они будут драться. Нет, не будут они драться. Вырастут замечательно, будут дружить. И все будет в порядке. А вот если будет разнополые
и еще кто-нибудь, вот, допустим, два мальчика и одна девочка, у нее будет течка, то драки, конечно, будут. Как это у нас бывает. Какие у нас красивые цветы какие-то в этом году, невероятно синего цвета. Прямо синего-синего. Такие красивые. Прям налюбоваться мы не можем. Вот. А вообще эти мелкие породы, конечно, буду повторять. Очень классно держать как минимум в паре, учитывая, что собака стайное животное. И, конечно же, им весело. Вот такой ты мой мальчик. Им весело. Есть с кем поиграть. Да, космос. Космос. Космос вчера ходил гулять с нашей Туалькой в парк. Потом выложу видео. Ну, вреднятина. Туалька хорошая девочка. А Космос — это вредный пес. Характерный. Так. Амиго. Ванесса. Ванесса, ты такая прямо утю-тю. Утипути называется. Тоже характерная. У всех разный характер. У собак очень отличается у каждого. А еще у них, конечно же, разный голос. Меня некоторые спрашивают, что правда ли, что я различаю голос своих собак. Конечно, очень различаю. Вот иногда только путаю у меня Феодосия. Ну, все-таки вот родственные голоса. Феодосия, дочь Елисея. Ну, у нее другой голос, но иногда бывает. Могу перепутать. Вот. Так, и что? Пойдемте посмотрим, что там делает наш наглец. Маленький наглец, смотрите. Можно посмотреть, кто здесь лает? Космос. А что мы хотим? Что мы хотим? Мы хотим вот к этим девочкам, да, кошечка? К тебе хотят. А кошечка наша уже повязалась. Еще продолжаются у нее вязки. Но пока подержим в секрете. Вот когда она у нас родит, тогда мы вам и расскажем, с кем она была повязана. Такую маленькую тайну подержим. Ну, самим интересно. Вот, кто у нас выйдет из этой пары. Поэтому вот так. Да, Феодосия готовится к выставке, девочка. Занимаемся. Космос готовится к выставке. Девчонок нужно открывать. Юля, кстати, ну, Юля наша течка, но тоже мы готовимся к выставке. В общем, бывают разные проволочки. И выставку попасть, и по датам, и по возрасту. В общем, тут очень много всяких нюансов и моментов. Да, вот скажи, а я... Эй, покажи свою мордашку. Скажи, ты уже мамочке передает, папочке привет. Такой вот я хороший мальчик. Красавчик. Елисей, дети, кстати, между прочим, похожи между собой. Да, Елисей? Елисей, ты готовишься к выставке? Елисейка, ты моя собака. Мажор наш на выставку не пойдет, наш чемпион. Дело в том, что Мажор уже взял все титулы, которые мы можем получить в Крыму. Выше уже здесь не дают, только ехать нужно на материк. Мне, конечно, ехать, понятное дело, некогда. И не могу бросить своих собак некому мне за ними смотреть. На день тут вырваться на выставку нужно. А так, конечно, стараемся поближе, чтобы те выставки даже в ближайших городах, там вот на Севастополе бывает, проходит в Керчи. Мы стараемся все-таки в Симферополе попадать на выставки, потому что ехать и машина нужна, и время нужно. И на самом деле мамочка мне, конечно, помогает очень, покормит и поубирает, но в пределах разумного. Учитывая, что у нас еще немецкие овчарки, лошадки. Да, Маечка? А Майбах, он такой симулянт. Нет, он очень хороший мальчик. Позавчера увидел нашу Этуаль. Разгавкался, такой охранник, звонкий такой. Я говорю, это наша белая тетя. Маечка. А он все равно гавкал. Ну ничего, приучишься. Он ее испугался. Слишком большая белая тетя. А вчера мы гуляли в парке с Космосом и с Этуаль. Один ребенок сказал, это мама и ребенок. Я говорю, нет, это мама засмеялась, у ребенка говорит, нет, что ты, я говорю, это тетя и чихуахуа, это не мама его, это его тетя.
посмеялись. Такие вот. Вот такие вот хулиганы, да, Космосик? Космос молодец. Мне Космос нравится тем, что аппетит у него не пропадает. Аппетит на первом месте. Правильно. Аппетит должен быть на первом месте. Я вот что людей люблю с аппетитом, с хорошим, что животных. Для меня если покушал, значит, все отлично. Да? Этот, красавчик ты наш. Мажорик. Мажор. Обрати на меня внимание, красавец. Елисей. Амиго прибежал. Май прибежал. На. Май. Лава. Роликс. Ты моя девочка. Вот это еще хапушка. Как она кушает. Аж за ушами трещит. Да, девочка моя? Да, моя красавица. Вот такие вот у нас, ребята, дела. Все озабочены ходят. Да, Фантазия? Ты моя мышка красавица. Мальчишки нанюхивают. Эня, нельзя. Смотрите, Энечка и Ванесса, они похожи. Они похожи чем-то. Конечно, скажи, у нас папа-то один. Такие же ланьки две, тоненькие. Ну, они формируются, собака формируется не сразу. И все по-разному. Кто-то сразу такой коби-коби, кто-то только к году становится. А у нас здесь Сабина. Сабина, ты уже сбежала от детей, правильно? Нечего их там уже кабанов кормить. Маечка, пойдем. Маечка я его называю. Майка. Майка Джейка. Майбах. Так, ну что, на этом мы будем с вами прощаться. Так, давайте заходим. Сейчас я их закрою. У нас школа. У меня дочка учится на дому. Кто не знает, сейчас придет учительница. И одна, и другая. Поэтому мы заходим, ребята. Заходим. Малыша, малыш. Бегом, бегом. Заходим, мои хорошие. Нате вам овощи ваши. Давайте, заходим. Мальчики. Чика, ты что, тоже будешь здесь? Нет, тебе не надо. Сейчас я закрою. Так, Анька, смылась. А ну давай, иди сюда. Ну, кто не успел, тот опоздал. Тот сейчас получит вкусняшку. У меня есть волшебная погремушка, по которой я, если... Так, Космос, а ну слез. Одурел. Вот, кто хочет. Кто хочет, тот получит. Корм в баночке. Я ее называю волшебная погремушка, да, Елисей? Смотри, что у меня есть. Что у меня есть, кто заходит. Заходим, быстро, давай. Бегом, Фантазия. Эй, заходим, на, скорее давай. Молодец, давай, на. Никто никого силком не тянет. Вот так. Кто молодец, тот получит вкусняшку. Чика, ты вообще чихуашка, да? Вот такие вот у нас дела, ребята. Так, я не вижу, зашел ли Филипп. Мажор, скажи, зачем это я забежал? Лучше бы под окном у девочек посидел. Поныл там, да? Так. Сейчас пойдем искать Филиппа. Филипп, конечно, вообще, он пацан у нас слишком опытный. Ему в этом месяце 28 сентября исполнится уже 7 лет. И ты его кормом не обманешь. Филя, бегом, бежи, чудо мое рыжее. Давай, радость ты моя. Скорее, мой мальчик, скорее. Ты послушный. Покушать не захотел. Одну штучку съел или две. Вот такой вот противный. Вот так эти девочки, скажи мне, сводят с ума. Ну что, на этом я буду заканчивать это видео. Кому было интересно с нами, не знаю. Оставайтесь с нами. Гуляйте с нами. Ждите новые видео. И хочу напомнить, что в нашем питомнике из этих всех чихуашек никто не продается. Проданы щеночки, либо зарезервированы. И только один щенок у нас дома. Малышей. Так, Лаванда. Из малышей Помета, Космоса и Жасмин один малыш Эймин свободен. Лилового окраса, длинношерстный. Очень-очень красивый. И там нам, нашим деткам, сегодня 44 дня. Ну вот, кому интересно, спрашивайте. И до новых видео, до новых встреч. Побежали мы заниматься делами. Всем пока. С уважением. Ты Шкода. Посмотрите, он все время так делает. Я Екатерина, владелец домашнего питомника в Кастропула.